Всем привет, друзья! Итак, продолжаем наше последовательное прохождение за Орду и Альянс. На очереди у нас Ворген Друид. Это значит, мы временно откладываем прохождение за Орка, друзья. Вот. И мы на темных берегах. Нам именно здесь сейчас нужно проходить. Вот. Я, кстати, уже начал прохождение на темных берегах. Как-то не проследил, что нам не нужно было сразу там качаться. Там в 9 и 10 серии. Вот. Такие дела. Если кто хочет посмотреть, вспомнить, что там было, пересмотрите. А я, пожалуй, возьму новые квесты. Горбальд, Столярук некий. Как жизнь? Жизнь охотника за сокровищами полна опасностей. Не обманывай себя. Океан не столь глубок. А, о, а ты не робкого десятка, как я погляжу. Слушай, тут на побережье полно разбившихся кораблей. Какие-то совсем новые, какие-то уже давно тины поросли. Представляешь, сколько там должно быть всяких сокровищ среди обломков? Я вот все думаю, негоже им гонить на берегу, пора найти им другое применение, но моим планам мешает поселение чрезвычайно воинственных мурлоков. Сколько бы я ни посылал туда искателей приключений, ни один не вернулся. Да не пугайся ты так, я с тех пор усвоил урок и не собираюсь отправлять тебя на верную гибель. Тебе надо будет сплавать на север и разыскать моего дружка Гарри. Он расскажет тебе, какой у нас есть план. Правда, все просто? Да. Доброго пути. Проще некуда. Окей, так. Где-то тут еще квестик ходил туда-сюда. Эй, квестик, ты где? Так, ладно, пока там возьмем. А, вот она. Следопыт Глинда Налшия. Приветствую. Кажется, будто сама земля и все стихии ополчились на нас. Можно подумать, нам было мало этих проблем, так еще и тролли с северо-запада встали на тропу войны. Не знаю, что на них нашло и чего они добиваются, но они уже напали на нескольких разведчиков и осадили служителей культа в башне Алталакса. Мы послали наших лучших часовых устранить эту угрозу, но им наверняка понадобится помощь. Их отряд можно найти на северо-востоке, возле руин. Удачи, друг. Не забудь заглянуть к мосткам на юго-востоке. Там ты найдешь транспорт для продолжения путешествия. Понятно. Все, больше заданий здесь нет. Ни у кого нет. Есть. Джонатан Статс. Это к нему нас вроде послали, да? Или нет? Чем могу помочь? Все эти поездки и строительство меня ужасно измотали. Мне срочно надо что-нибудь перекусить. Знаешь, о чем я сейчас думаю? О вкусной ароматной рыбе. На темных берегах издавна ловили морских окуней. Если ты принесешь мне несколько штук, то не пожалеешь потраченному времени. Удочку даст. Да здравствует Седогриф! Ну что ж, давайте половим рыбку. Немножко. Не понял, где она. А, он мне ее даст потом. Морских окуней. Или у меня уже есть удочка. И она нужна в квесте, или нет? Давайте рыбалочку достанем. Попробуем. Если я правильно понял, что нужно делать. Да блин, да чё ты не достаешь? О, отлично. Масляный черноротик. Это не то. Морской окунь темных берегов.
Ага, наверное, нам не надо никуда в конкретное место бросать удочку. Просто ее бросить и все, да? Попробуем. Так. Большая больная рыба. Не то. Опять больная рыба. Мне кажется, или я что-то не так делаю. Я, кстати, переодел своего Воргена в фамильный шмот. Надеюсь, качаться будем быстрее. Хотя, конечно, мы все равно будем идти по определенным локациям. Так, ничего не работает. Видимо, все-таки куда-нибудь сюда. Ну, если не упадет, то я не буду продолжать это задание. Если ничего не выпадет. Отлично. Тряпку какую-то подобрали. Морской окунь темных берегов. Так, ладно, последний раз пробую именно из этой лужи поймать. Из этого водоворота. Ром выловил. Сколько же грязи в этой речке. В этом проливе. Это уже не речка, это океан. Шикарно. Короче, ладно, нафиг это задание. Подскажите мне в комментариях, что я не так делаю. Вот, а я, пожалуй, отправлюсь дальше. Разыщите лейтенанта Мору. Стоп. Убито мурлоков племени Серой Мглы. Давайте сначала вот этим займемся. Мурлоки Серой Мглы. Мне что, туда плыть, что ли? Хрень какая-то. Ну, поплыли. Жаль, я в тюленя не могу превратиться. Тель Драсиил. Пока что живой и здоровый. Скоро его сожгут. Сильвана сожжет. Место крушения Серебряной Зари. Ну, здрасте, Гарри. Вот его мы искали. Помощь нужна? Эй, как дела? Меня зовут Гарри. А тебя, небось, послал Горбольд. Если ты правда хочешь помочь, слушай внимательно. План простой. Я соорудил несколько роботов-ловушек, которые мы разместим неподалеку от поселения Мурлоков и включим на обратный отсчет. Они будут мигать и издавать звуки, которые непременно привлекут внимание этих глупых тварей. Мурлоки подойдут к ним поближе, и тут ловушки взорвутся. Отправив маленьких мерзавцев в загробный мир. Да. Если нам удастся избавиться от большинства мурлоков, мы сможем
пробраться к кораблям без значительных потерь. Это, впрочем, уже не твоя забота. Главное, взорви побольше ластоногих. И еще увидимся. Взорвать побольше ластоногих. Жалкие мурлоки, мурлоки. Давай, нападай, 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 нападай. Бабах. Класс. Понятно, надо их, короче, наагрить на себя. Жалкие мурлоки, я пришел украсть ваше сокровище. Попробуйте поймать меня. Плюх. Нормально. Хорошо зашло. Так, там их побольше будет. 26 уже замудохали. Ко мне, засранцы. Нужен, 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 нужен. Хорош. Хорош. Так, еще разочек. Классный робот. Робот-камикадзе. А, отлично. Так, все, вернуться надо. Да, видимо, надо. Рад познакомиться. Да. Удачного денька. Поплыли назад. Поговорим с этим Горбольдом. Горбольдом. Горбушей этим. Эта башня здесь всегда была? Что-то я ее не видел раньше. Надо на нее залезть, может там чего интересного найдем. Хм. Сейчас попробуем еще раз рыбку поймать. Может, удастся. Рыбка, 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 лыбка. Лыбка, рыбка. Давай же, ловись, большая и маленькая рыбешка. Палочку поймали. Палочки — это хорошо. Да, понятненько. Видимо, невыполнимы все задания, если, конечно, в комментариях кто-нибудь не напишет, что я не так делаю. Так, где этот гном стоит? Горбольд, здравствуй. Я могу помочь? Океан не столь глубок. Значит, приманка сработала, так как и было задумано. Вот здорово. А про сокровища не беспокойся. Мы с Гарри позаботимся о них в ближайшее время. Со мной поделитесь хоть? Честно говоря, я боялся, что он вышвырнет меня из города, если я угроблю еще одного лихого искателя приключений. Лихого. Это я. Это он про меня. До скорой встречи. Сколько ж ты угробил до меня? Интересно. Так, ладушки.
Разыщите лейтенанта Мору Звездный Ветер на руинах Матистры. Да, нужно разбираться с этим захватчиками из племени пронзающего копья с троллями этими дурацкими. Да, я, кстати, играю за Ферала. Захотелось мне за Ферала побегать. Что у меня, кстати, с навыками? Где они тут? Таланты, вот. Угу. Лунный огонь можно использовать, находясь в облике кошки. При этом длина серии увеличивается на один прием. Вы наносите урон, основанный на силе атаки. Давайте вот это лучше выберем. Блин, надо вернуться куда-нибудь в зону отдыха. Не могу поменять. Хочу лунным огнем пользоваться. Так, а тут у нас что? Стремительный рывок. Особенное движение, зависящее от облика. Прыжок за спину противника, вызывающий у него головокружение. Понятненько. Это вот этот навык. Давайте-ка мы его на Q поставим. Так. Давно, кстати, не играл за друида, поэтому особо не помню, что тут навыки делают. Нужно вспоминать. Но буду вспоминать методом тыка. Не хочется мне читать. Далековато нам нужно двигаться. Маги-волшебники повсюду. Здрасте, что случилось? Лейтенант Мора? Я польщена. Это Глинда тебя прислала, спасибо ей. Лишняя пара рук нам пригодится. Я разрабатываю первоначальный план нападения на их войско, но ты пока можешь предложить свою помощь. Тише и Балтулу. Храни тебя боги. Предложить помощь Тише и Балтулу, окей. Балтул, удар тени. Приветствую. Здесь, на темных берегах, есть еще много подобных руин, но на многих из них обитают неупокоенные призраки высокорожденных. Из уважения к духам мы старались обходить эти руины стороной, но в свете угрозы троллей пора отбросить предрассудки и заняться поиском артефактов. Так что пока ты будешь помогать часовым, внимательно смотри под ноги и собирай все ценности, которые тебе попадутся. Я хочу сохранить их для будущих поколений. Прощай. Понял тебя. И ты, часовой Тиша, лунный клинок. Эшнуала. Тролли из племени пронзающего копья рыскают по руинам, что остались на севере и северо-востоке отсюда. Но наши разведчики не обнаружили никаких значимых находок на месте раскопок. Возможно, эти тролли просто таскают боеприпасы для войска. Ясно одно. Чем меньше рабочих рук будет у троллей, тем сложнее им будет вести войну против нас. Этим мы и займемся. Уменьшением их количества. Ты с нами? Береги себя. Я с вами. Катапульты все еще не действуют. Ну хорошо, а что там с башней? С башней Алталакса? Понятно, они тут общаются между собой.
Работник из племени пронзающего копья. Убить. Здрасте. Так, испытаем навык. А я не могу его использовать, да? Так, неправильно использую навыки, видимо. Да. Вот это еще куда-нибудь. Вот. Вот сюда, наверное. Лежать. Ну, в принципе, просто. Задание простое. Реликвия высокорожденных. Еще 5 штук. Куда пошел? Так, а этот навык что делает? Размах. Длину серии приемов увеличивает. Класс. Неплохо, я вмазал. Ты куда? Еще одна реликвия. Так, нужно, короче, здесь. Слишком далеко. Сразу 2 доты наложил. Супер. Так, он что тут все собрал без меня? Вот засранец Пандарена. Поганый. Так, там наверху есть плюшечка квестовая. Лежать. Отличненько. Так, еще одна плюшечка осталась. И 4 троллей надо убить. Так, доту накладываем. Круть. Легко и просто. Отлично. Еще одно. О, задание. Причины для волнения. Похоже, это приказы, выданные надзирателям от их начальника из боевого лагеря пронзающего копья. Большая часть информации не содержит стратегически важных данных, но несколько строк привлекают ваше внимание. Там сказано, мы захватили еще одного ночного эльфа, который шпионил за нами. Ее доставили в лагерь для допроса с применением пыток. Берегитесь, вокруг вас могут находиться и другие следопыты.
Нельзя допустить, чтобы цель нашей операции была раскрыта. Эту информацию надо незамедлительно доставить лейтенанту. Понятно. Захватили следопыта, засранцы. Мне нужно подойти. Эй, ты куда? Ближе. Так, еще одного тролля. Я думал, один оставался. Оказывается, два. Ты куда? Бежать не уйдешь. Можно сдать. Отлично. Все три задания сдаются в лагере. Круто. Ща как сдадим, так сдадим, что мало не покажется. И завершим серию, друзья. Уже. Будем узнавать, что там тролли задумали, замыслили уже в следующих сериях, друзья. Так, 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 так. Это здесь. Чем могу помочь? Удалось ли тебе найти хотя бы несколько артефактов? Нашел 8 штук. Отлично, спасибо тебе большое. Мы уже потеряли слишком много. Не хотелось бы, чтобы в пламени войны сгорели и эти культурные ценности. Ашатыла. Ашатыла. Что привело тебя сюда? Молодец, спасибо тебе, друид. Пожалуйста. К северу отсюда племя грозового. Так, возьмем задание. Прощай. В следующей серии. Чем могу помочь? Причины для волнения. Да, друид. Приказы надзирателя. Еще одного? Значит, у них в плену находится несколько моих людей. И я не оставлю их в беде. Мы должны действовать быстро. Связь одной из моих разведчиц прервалась несколько дней назад. Мы полагали, что она погибла, но, похоже, ее захватили тролли. Они утверждают, что у них два заложника, но я даже не представляю, кто второй пленник. Может быть, это Алдариан «Песнь ночи»? Она отправилась туда вопреки моим предостережениям. В любом случае, я практически уверена, что пленников держат в боевом лагере пронзающего копья на севере отсюда. Если сможешь, найди их и освободи. Дельнарис. Освободим мы их в следующей храни серии. Храни тебя, богиня. Друзья, пора завершать. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.